Буэнос диас, гайз. Ядерный рассейф навязает ваш экран, это значит, что мы уже пересекли пустыню смерти и где-то рядом финал Экс Махина. Садимся поудобнее, берем ништячки. И, наверное, я перекрашусь в желтый. Вот так. Даже пизжи будет. Куда ехать? Чего искать? Я хуй разберу. Естественно, F2 по традиции. Шлагбаум. Ребят, вы или не охуели так толпой наезжать, а? Там еще навыебывался, по-моему. Щелк нахуй. Ну, хотя, с другой стороны, я чего-то и хотел такого. Так, Один. Так, ржавый рейнметалл. Пойду тех общипаю. Еще один Максим. Да и хуй остался с ним. Дрова внезапно. Слон. Чего, блядь? Вот теперь-то я реально почувствовал конкретный такой SGM. А, тут заправка рядом, а я уже думал сдавать назад и отъезжать назад. Потому что реально запахло жареным, господа. Мои хорошие. И что за фракция какая-то такая непонятная? Хэ, кто-то там. Что происходит, блядь? Ну что мне с тачкой сделали, ироды? Так, дайте-ка все-таки посмотрю. Харакат. Коренные жители Уазии. Блять, если они будут на таких бульдозерах раскатывать, у него уж дамаги не ебись. Ну нахуй, я лучше в снайперском режиме покатаю. Еще слон. Да куда я, блядь, еду? Сейчас я еду совсем не в ту сторону. Ну, там какой-то городишко.
Хам. Эти ребята ничего не продают. Саму скорость перезарядки. Так, огненный шторм. Давид. Так, Сагитта еще одна. Скорость и мощность плюс 15. В принципе, можем продать Сагитту и купить эту штуку. Чтобы он побыстрее набирал именно скорость. Ценой небольшого ее падения. Блять, несмотря на то, что я в Мидгарде отвалил пол лимона. Конечно, я согласен. Мне наверняка туда. Но то, что ебашится здесь придется чуть ли не по КД, я в этом, сука, уверен. В смысле, он только что был... Блять. Усюка. Не, нахуй, лучше сохраняться почаще. Так, а что за фракция? Альфа. Альфаран. Надеюсь, они меня сейчас не захотят отыметь. Хотя, походу, захотят. Да, лучше бы мне съебаться. Я уже чисто буду просто раскатывать так, чтобы исследовать, так сказать, карту. Ну, блять, надо отдать должное разработчикам. Здесь красиво. Здесь, сука, красиво. Сюда заедем. Попробуем, по крайней мере. Хуй, я, наверное, в Гадат заеду. Странно, почему меня Альфа пропустила? Кеф. Что здесь по тачкам? Уралби. Миротворец, ёпта. Кабинеты. Зод, Бульвар, Рок, Терминатор. Нет, это был не Рок, не Бульвар и не Зод. Но и не Терминатор тоже. Что же за кабина у меня тогда была? Я вот чего вспомнить не могу, ребят. Скорострельность и дамаг. Скорострельность плюс 20, дамаг плюс 40. Не, у меня сетап, в принципе, подходящий. Единственное, что я бы поменял свой Один на Один с водяным охлаждением. А, эти торгуют электроникой, кстати говоря.
Хм. Забойно. От этика я, наверное, попробую погуглить этот вопрос. Так, погуглил я все-таки эту кабину. И оказывается то, что... Некоторые города в этой игре, бывает, слишком сильно забирает трава. В этой локации головочка. Некоторые города, бывает, слишком сильно забирает травища. Поэтому вот альфа на меня сейчас не наезжает. Во, они уже красные, здорово копать. И в итоге, блядь, в меня летит отовсюду, сука. Поддерживают сильнейшего. Да ладно, блядь, пиздеть вы мне тут будете. Вот, сука, города красные. Надо было сразу со слона хуярить, ей-богу. Вот ей-богу, блядь. Надо было сразу раздавать пиздюля со слонов. В итоге у меня сейчас 1000 конструкций. А учитывая плотность замесов, я в ухо ебал такие приколы, честно. Я просто ебал их в рот. Только сказать, какого хуя? А, у меня Один на какую-то другую кнопку повис. Какого хуя? Ремаемся нахуй от греха. Сохраняемся. И ждем, когда же ребят наконец отпустят. Честно, вот такой вот хитрый хак, это, сука, закон мечи. Так. Естественно, это говно мне нахуй не надо. Один бульдозер, да ёб твою ж ты мать, блядь.
Усюка. Усюка. Горд все еще не отпустил трава. Значит, где-то рядом бандюки прыгают. А ну что, с двух сторон настукивают? Блядский путь. Это мне делать вот так, суки. Блять, они чё, охуели там? Типа хотел экшона, получай, блюдота, да? Сука, ебать потёра. Это просто, сука, злостный экшен. Трава, ребят, все еще не отпустила. Не, слушайте, ну это же просто полный пиздец. И в меня опять плюха влетела, да и... Ребят, вы меня уже откровенно запарили. Зимний сад, зимний сад, жопным пламенем объят, у Саныча пиздос горит. Самое смешное, что никуда не могу продать свой лут. Я тут потрачу бабки на ремонт. Там еще какие-то херовины есть. Сука нах. Блять, их все еще не отпустило. Не, ребзи, это полный пиздец. Ну нахуй, пока эти не обкурились. Хоть у них отремонтируйся. Но мне по-любому надо к гадам.
Сколько, блядь? 900 тысяч? Значит, это круто. Ты, сука, круто. О, кажется, в гадах народ отпустил трава. Надеюсь, что... Не, нихуя. Здесь еще какое-то ведро решило поуебываться. Че у меня опять? Не, слушайте, это просто пиздец. И никак не могу понять, когда же их наконец отпустит травка. Конечно, понимаю, что у вас только дело тонкое, но, сука, не настолько же. Еще раз уебался. Опять на ремонт, да что такое-то, блядь? Одних слонов сколько? Типа, по вкусу выбираю, у меня уже больше ляма, ебах, карабах. И да, я вспомнил, какая это была кабина. Это был щит. Не, ребят, если вы меня решили наехать, тогда извините, но вытрясу. Что здесь происходит? Ну нахер. Я сохраняюсь. Сука, город все еще красный, блять. Ну это пиздец, господа. Я сейчас разъебусь. Не, пронесло. Это просто отвал башни.
Механики на мне уже озолотились, наверное. Ну хоть ночью-то вас трава отпустит, блядь. Так, вот сейчас трава их отпустила. Так, этих двоих вроде сжег. Так, город укуренный. Доты им сжечь. Что ли? Чисто так, чтобы в случае чего сразу подъехать. Засмотрелся, блядь, на доты. В итоге получил ракетку. Вот. Неужели, блядь, когда разъебал половину укреплений, их наконец отпустило? А, вы торгуете книгами, значит. Отличный щит. Но вместо Максима мне нужна сверхбольшая пушка. И это молот Тора, замечу. Теперь я хочу себе молот Тора, нахуй. Зря я вот это продал. Молот артиллерия. Сфена, огнестрел, квазар. Так, скорострел 20, повреждение плюс 40. Вот эту штуку меняем на квазар. Еще сильнее увеличивается скорострельность. 162 выстрела в минуту, я ебал. Ну ладно, с кого-нибудь выбью. Ага. Кев так кев. Так сказать, вменяемых людей. Ну да, учитывая то, что я видел. Так, а в кефе же можно книги продать по 26 тонн.
Погодите-ка, дайте-ка лучше книжками еще закуплю. Хотя не, учитывая замесы, ну в пизду. Так. Один курсовой. Турбоускорение на двоечку. Молот Тора будет главным калибром. Это средняя кнопка. А, чтоб сейчас меня сразу не начали насиловать. Однако только там еще какой-то банан скатается. Я дотянусь, Скотт. Угу. Ну и кто бы сомневался. Тут пиздец, конечно, что творится. Ой. Только не... Вот он, мой любимый сетап. А я-то думал, куда у меня, блядь, девался главный калибр, когда я ездил с терминатором. Курсовой пулемет не может стрелять налево, но кого это ебало когда-нибудь? То есть можно пиздануть из главного калибра, которого пока что нет.
Надеюсь, меня в кефе не захотят изнасиловать. А меня там захотят изнасиловать, я вам больше скажу. Поэтому надо подходить по касательной. Это, во-первых... Ой, блядь! Майхровский, сука, что ты творишь? Блин, после уничтоженного дота они как-то подобрели, кстати. Потому что я у них тут... дрифтую. Квазар, скорострельность. Плюс 20, дамаг плюс 40. Похуй, впрочем. Так, а вот в этом квесте, по-моему, как говорит мне Вики, скрыт косяк. Во-первых, заехали в город, обратились в бар, получили задание, выехали. Либо я где-то объебался. Жабойно. Дайте-ка я гляну хронометраж. У-у-у, 40 минут. Ну ладно. Все равно пройдем этот ебучий квест. Грохочет знатно. 500, 400, мне сюда. Не все?
По-моему, придется делать F3. Так, съезди в Киев, правильно. Ебучее задание по перевозке нефти. Ладно. Пробуем еще разок. Хотя бы его получим. Короче говоря, если выехал БелАЗ, это фейл. Если выкатился молоковоз с прицепом, это вин. О, подобрели. В этот раз пришлось 2 дота вынести. Так, так, что мне говорит Вики? Во-первых, чтобы выполнить его, необходимо пересесть со своего грузовика на бензовоз. Во-первых, необходимо не заглядывать никуда, ни до, ни после получения задания. Заехали в бар, получили задание, выехали. Во-вторых, скриптовый ролик. Блять, БелАЗ! Мечтал поездить на машине с прицепом. А-а-а. Мечты сбываются. Меня хоть вооружили. Молоковоз Карго 04. Дайте-ка я на всякий случай засейвлюсь. Ну ничего, поиграем сегодня подольше. Куда я, блядь, вообще еду? А, все правильно, я еду. Урал, сука, скоростной. Жалко, у меня нет нитроса. Мне сейчас, ох, как не повредил. Но ездит это ведро, ебать, как медленно. Обратный путь.
Ну чё, в обратный путь? Смерть бандитам! Только они сейчас сами меня на смерть. А, кстати. Сука, кеф красный, ну ёбаный в рот. И мне придется на этом говне нарезать круги, что ли? Так, сохраняемся. Хм. Странная хуйня. Я уж заскучал по нему. Ну-ка, погнали нахуй. Снова ходу нахуй. Мне придется... Смерть! Хм. Странно, когда его напарничка ушатал, он как-то резко подобрел. Да сейчас. Я уже заебался с вами батлить, ребятки. Вот просто заебался. Не привезли молоток. Нет.
Ремонтяжка. Да уж. Так, ладно, доезжаем до деревни и завязываем нахуй, потому что у меня уже на часах 11 вечера, и я конкретно так устал. Я сегодня весь день пилил видосы для вас. Да, начиная с 15 и до текущей серии, все видосы были сняты 1 июля. А вы их смотрите, ну, не ранее, чем в сентябре. То есть смекаете, с какими опережениями я работаю. И это все для того, чтобы в случае чего можно было спокойно уйти в запойческий отпуск. Хотел сказать в творческий, но сам вырвался оговорочка по Фрейду. И не думать вообще о съемочных днях. Ну, поймите меня правильно. И без этого геморроя ого-го. Так, сейчас, походу, придется по ЖДхе топить. Видите, здесь холмы такие. По которым, ну, крайне удобно забираться. Походу, реально придется по железке ебашить. Ну или вдоль оной. Контажка, естественно, проебалась. Другой вопрос в том, что полотно ЖД, в принципе, в ездибельном состоянии. Не, ребятки, вы не на того наехали. Так, 800, 796, 793, 751. А я вот так хочу. И в итоге у меня дамаги. 1325 с левого борта и 1000, ну короче. 2750, то есть одного залпа хватит, чтобы положить БелАЗ или крейсер. Не догонишь, сука. Ну, если хоть там меня не предпочту сначала прикончить. Реально, блин, пипл здесь какой-то странный. Что? Поселение оказалось кладбищем кораблей? Thank you.
Не, походу эту баржу мне надо объехать с той стороны. Ага. Что за хуйня происходит? Так, но походу нас ожидает лютое мясо. И приехал я исключительно вовремя. Смерть бандитам! Эвакуация, блядь. Порт Варжан. То есть мне еще сейчас и транспорт сопровождать? Ну и все, 650 конструкций, твою мать. Дайте-ка на всякий случай сделаю F2. Ебись, конечно, все понял, но два бульдозера для меня это что-то слишком круто.
царапина. Очень вовремя. Только не говорите мне, что придется вынести еще один блядский кран. Прикольно, когда ты стоишь на месте, а они подъезжают. Ну, блядь, транспорт я сопроводил. Вот мы и приехали в порт. Спасибо тебе за защиту от супостата. Всегда пожалуйста. Удачно вам переправиться на другие земли. Сначала я не хотел тебе этого говорить, но тот человек, о котором ты спрашивал, действительно был в нашей деревне. Он отправился дальше, на восток. Заклинаю тебя, не следуй за ним. Там тебя ждет только смерть. Или то, что хуже смерти. 40 тысяч, ебать. Так. Выезд на Зармек. Ух. Походу меня ожидает крайне потный финал. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До скорого, братва.